Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан, и сегодня мы играем в Face Rig. Это программа, которая позволит вам перевоплотиться в крутых персонажей с полнейшей свободой мимики и выражения эмоций. И у вас, наверное, сразу возникает вопрос. Как? Ну, чтобы вам было легче понять, давайте уже приступим. Этот персонаж будет повторять за мной все, что я хочу. Ну уже, давай, покажи мне ярость. Ну, пожалуйста, мне же так плохо, давай. Поставь лайк на видео. Посмотри в мои глаза. Посмотри в них. Так, а теперь давайте попробуем выбрать другого персонажа. О! Эй, детка, как насчет пофлиртовать? Брайан, слушай. Так, давайте теперь кого-нибудь еще другого выберем. Кто это такой? Посмотрите, я расстроен, потому что уже несколько Макдональдсов закрыли. Почему закрыли Макдональдс? Вы когда-нибудь видели, как улыбается бургер? Итак, кто у нас? О, какая милота! Интересно, кот умеет делать дакфейс? Ну-ка, давай. Давай. Ути-пути. Ути-пути. Кыс-к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 ыс. Давайте потанцуем. Мам! Кстати, тут еще можно изменять задний план. Давайте поставим какой-нибудь другой, например, вот этот. О, как темно здесь. А это что? О, господи! Я приду к тебе ночью и насру тебе под кровать. Во, альпийские горы, это больше подходит этому существу. Ого, это прикольно. Я всего лишь улыбающийся военный, я ничего не делаю. Злава Бару. О, господи! О, я, кажется, знаю, что здесь надо сделать. Готово! О, это же та собака! Когда поставили 5? Когда 2? Грёбаная Марина Ивановна придёт, а теперь гадить ей на парке. Не насрать! Я приду к вам ночью и порву вас на части. Мои зрители, наверное, думают, что я какой-то сумасшедший. Нет, что вы. Как вы о таком могли подумать? Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал внизу. Ну вот и все, с вами был Брайан и... Крутая 1337 собачка. До скорой встречи, пока!